Огонь по демонстрантам открыла полиция в Камбодже. Трое погибли, еще несколько человек были ранены. В пригороде столицы проходил митинг работников текстильной промышленности. В акции участвовало несколько тысяч человек. Они требовали увеличения заработной платы. Полицейские сначала в качестве предупреждения выстрелили в воздух, а затем открыли огонь и по демонстрантам. По словам одного из представителей властей, стрелять в людей стражи порядка стали после того, как те забросали полицейских камнями, ранив 9 сотрудников.